День первого президента в Казахстане традиционно отмечается 1 декабря. С 2012 года этот праздник является официальным выходным. По всей стране проходят культурно-массовые мероприятия. Нурсултан Абишевич Назарбаев навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны суверенные достижения республики. Сегодня можно по-разному представлять, каким мог быть путь нашей страны, но в истории республики судьбоносным стал фактор личности ее первого лидера. Через все тернии под руководством своего первого президента прошел молодой Казахстан. Проблемы и вызовы первых лет были успешно преодолены. Многие кризисы превратились в возможности. Лидер нации вовремя принял правильное решение и сумел вывести страну из кризиса на новый уровень развития. Торжественная часть мероприятия продолжилась награждением почетными грамотами специалистов разных сфер. Благодарственное письмо акима города вручили ученику 21-й школы 4-го же класса Тимуру Смирнову. Мальчик с ограниченными возможностями, отличник в учебе и имеет феноменальную память. Лейтенант полиции, старший инспектор службы строевого подразделения батальона полиции. Көкшетау қаласының әкімі Бауыржан Сейіткалиұлы. Аким города Бауыржан Сейіткалиевич в честь праздника наградил медицинских работников, которые трудились во время пандемии. Работников полиции, пожарных, учителей им вручили партийные билеты. И вручили жителям с достижениями почетные грамоты, в том числе и аксакалам интеллигенции. Этот праздник особенен, потому что независимость – это заслуга Елбасы. Мы, как молодежь, должны брать пример. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Участники встречи отмечают, что лидер нации запустил колесо системного развития. И сегодня Казахстан уверенным и твердым шагом движется к намеченным целям. Александра Гауэрт, Павел Соловьев, Амир Койшибаев, Кокши Акпарат.